Девочки, ну вот у нас интересный момент. У человека выступ ягодиц. И хотим мы сделать реглан. И нам вот эта лишняя ткань, вот эта ракета, которую мы должны забрать, да, она мешает. Как сделать корректно плечевой пояс и сам реглан нарисовать классический в этом случае? Первое, что мы делаем, это мы разрезаем вот здесь вот. Вот так вот я разрезала вот эту часть, да, и схлопываем, то есть убираем вот эту лишнюю ткань. Вот мы ее убрали. Мы ее убрали, вот эту лишнюю ткань, да. Теперь нам нужно закрыть, чтобы нарисовать реглан, закрыть вот эту выточку. Поэтому я делаю вот этот разрез, видите, разрезала, да, и закрываю плечевую выточку. Вот так вот мы закрыли плечевую выточку. Держи, Таня, здесь. Мы держим вот здесь, и после этого я могу оформить. Это было плечико у нас в базовой конструкции. На сантиметр мы его подняли, потому что делаем перевод плечевого шва со спинки на полочку. Вот эта линия появилась. И на 1 сантиметр поднимаем точку P2, для того, чтобы была свобода, чтобы было что срезать. Вот у нас точка. И у нас плечевой срез получился вот так, вот так, вот так. Ну, а здесь как строить, вы уже знаете. И вот теперь я вижу вот эту горловинку. Я уже могу общую точку соединить с этой горловинкой. Вот у меня будет реглан. Еще хочу спинку поуже сделать. Поэтому отхожу немножко от общей точки. Смотрите, как я делаю. Вот так будет у нас очень красивый с вами реглан. Вот так вот отошла от общей точки. Обязательно здесь сделаем линию. Теперь я должна эту общую точку, это я спинку делаю поуже, а рукавчик делаю пошире. Вот сюда. Так, теперь вот так вот. И копируем это все в обратную сторону. Вот сюда. У нас общая точка поднялась повыше, а мы берем сантиметрик, измеряем длину вот этой вот линии и копируем ее на рукав 15. И вот эти 15 я копирую вот сюда на рукавчик. То есть вот я немножечко сделала пошире рукавчик. Как бы ластовицу вот здесь вот сделала. Ну и что? Вот так. Вот так вот и вот так. Здесь выточка локтевая на спинке, значит посадка. Вот это расстояние мы на 2,5 сантиметра увеличили. Вот это на 1 сантиметр увеличили. У нас посадка. Посадка пойдет вот сюда, вот сюда, вот сюда. С рукавом все понятно. Теперь давайте разберемся, что делать вот с этой спинкой, потому что в таком виде ее оставлять нельзя. Выточка у нас талиевая, вот она. Так. И смотрите, я предлагаю сделать вот такое вот решение. Видите, какое? Билетчик. Да. Вот такое вот решение предлагаю сделать, чтобы у нас... Так. И вот это я, конечно, уже раскрывать не буду. Я вот так вот все это сделаю. Так. И мне надо в эту вот как-то закрыть. Закрыть и привести все в надлежащий, как говорится, вид. Смотрите, вот это все заклеиваем. Больше мы вот это вот не можем раскрывать, раз мы один раз закрыли. И что мы делаем? Мы должны вот эту выточку отсюда сначала убрать. Сюда мы уберем вот эту выточку, полурельеф такой сделаем. А чтобы это корректно, помните, мы вот сюда вот восстанавливали перпендикуляр. Да. И у нас открывалась там посадка. Угу. Ну, наверное, проще всего это так и сделать. Давайте вот сюда тоже восстановим перпендикуляр. Потому что тут будет косина. Можно было бы сделать этот перпендикуляр вот сюда. Но когда он откроется, здесь почти долевая нить. Ее посадить трудно. А вот в этом месте откроется треугольничек, его посадить будет легче, потому что идет косое направление ткани. Понимаете? Поэтому все-таки перпендикуляр строим на линию реглана. А вот сейчас начинаем вырезать. Ну, как вырезается рукавчик, я думаю, вам понятно. Давайте я его немножко вырежу. Здесь он у нас вот такой вот идет. Ну и там дальше до конца. Здесь он идет у нас вот такой. Вот так вот. А здесь что? А здесь мы делаем вот такой вот перпендикуляр. Закрываем обратно временную выточку, держи пальчиками. Так. И заклеиваем ее сразу же, чтобы
у нас не потерялось. Не потерялось ничего, да. Видите? И пошли дальше. Значит, здесь мы разрезали. И нас интересует вот эта средняя часть спинки. Смотрите, идем по левой стороне выточки. Оп! Держи, Таня, пальчиками. И снова вот этот дополнительный разрез мы закрываем. И у нас восстанавливается вот такая вот картинка. Отлично. Вот, вот это мы уже будем кроить вот так. Ну и там дальше вот эту выточку, Танечка, чуть, может быть, подлиннее надо сделать. Вы мне еще базу не показывали на себе? Показывала. Тоже. Вот она. Вот она. Тоже села хорошо, да? А, вообще базу не делала. Не делала. Ну вот, ладно. Ну, сделала. Ага. Вот смотрите, девочки. Вот такая интересная. Здесь будет у нас, конечно, этой выточки не будет. Здесь будет посадка. Вот от этой точки до этой точки. По косине она припосадится. И рукавчик, вот он красненький, туда пошел. А спинка та, что от него осталась, это вот эта часть, вот эта часть. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ну и проще всего делать, конечно, вот такие разрезы и делать сзади рельефы, например, да? По спинке сгиб и просто рельефы. Или делать отрезную талию. Когда отрезная талия, юбочка у нас вот с этой выточкой, она живет своей жизнью, как хочется, да? А верх у нас будет состоять из двух деталей. Одна деталь – бочок. И другая деталь, вот эта спинка. И тоже все сядет безупречно. Всем добра. Благодарю. Спасибо. Отлично. Нажимайте кнопочку. Да.